Всем привет! Сегодня специально ролик для Анатолия, для Жар.ком с божественного острова Бали. Меня зовут Андрей, и хочу рассказать о нашем чудесном месте, которое мы сейчас делаем на этом острове. Находится местечко неподалеку от местечко Убуд, это центр острова. Вот такие шикарные рисовые поля нас окружают. Наше новое место называется Hotstone Ubud, горячий камень. Пойдемте, немного покажу нашу территорию, то, что будет планироваться здесь. Территория сейчас находится в стадии активного строительства, и мы планируем здесь открыть двери нашего клуба к Новому году. Строится вот такой вот большой шатер. Здесь будут проводиться всякие конференции, йога-сессии, ивенты. Будет установлен экран, здесь будут показываться фильмы. Сейчас идет монтаж кровли, как раз кровля натуральная, салана-лана. Ровно полтора месяца назад здесь еще ничего не было, была просто территория. Вот. Здесь у нас небольшой отельчик сейчас на 4 номера. И как бы идея всего мероприятия создать здесь клуб с банным уклоном обязательно, чтобы здесь люди проживали, чтобы они здесь отдыхали, получали качественные какие-то процедуры, видели вот эту вот всю красоту. Вот. На этой площадке у нас будет кафе. Здесь будет проводиться чайная церемония, такая зона релакса. И вот наша чудесная банька из дерева тик. Единственная на Бали. И по своей комплектации, и по своей начинке. Однозначно мы не могли обойти и не поставить в сердце этой бани печь Грильде. Комета Вега, легендарная. Она теперь на Бали рулит. Это единственная сейчас в формате настоящей русской бани вот такое вот чудо, которое мы сделали буквально вот полтора месяца назад. Андрей, а тут у нас это костер из кокосов? Костер из кокосов. Кокосы мы сначала выпиваем, а потом выжигаем. Вот такое вот, такое местечко силы очередное. Кокосовый костер, костер из кокосов. Вот купелечку вот такую божественную сделали. Тоже дерево тик. Родниковая водица. Пальмы. Красота. Тишина. Вот. А это здесь душевая будет, да? То есть вода будет из пальмы. Душик, просто открытый душ. Сейчас у нас декабрь, самое время принимать на улице душ. Здесь вот будет такой уличный душик. Стоишь после баньки, после купельки, омываешься под пальмочкой. Ну, красота. Идея всего мероприятия заключается в создании закрытого клуба. Мы будем выдавать клубные карты. Идея клуба — это семейные мероприятия, йога будет здесь проводиться, будут проводиться разного рода бизнес-встречи, будем устраивать всякие местные мероприятия, связанные с баней. Надеемся, что к нам будут в гости приезжать и прилетать разные мастера парения, показывать здесь свое мастерство. Есть у нас и свои специалисты, которые это могут делать прямо сейчас. Но будем рады сотрудничеству с мастерами. Мы всегда открыты к встречам.
гостям. Это для этого мы и создали такую площадку. Большое спасибо хочу передать Сергею с компании Green Day. Очень непросто нам далась поставка вот этой печи на Бали. Мы в течение нескольких месяцев работали над логистикой, чтобы ее сюда привезти. Но все же смогли это сделать. И сейчас эта печь в единственном, прямо вот в единственном эксклюзивном количестве находится у нас на территории Hotstone Ubud. Вот, можно зайти Идем, в баньку, посмотреть. То есть скажу, что вот это вот дерево тик было специально мной заказано на острове Ява. Тоже ждал изготовления около 5 месяцев. Получилось достаточно, достаточно хорошее изделие, я считаю, и по качеству, и по внешнему виду, и по сроку службы, и по самой структуре дерева очень пригодное для банного помещения. Ну, давайте внутрь заглянем. Вот, это овальная банька. Натуральное дерево, никакой обшивки, то есть это вот открытый тик, ничем не обработанный. В баньку мы это уже тестировали не раз. Очень хорошее помещение. Пар не может быть плохим, когда стоит комета Вега. И болежители просто, ну, так скажем, в шоке от того, что здесь появилась настоящая банька. Но фирменный звук комета Вега. А на Бали вьюга? Да, сейчас еще раз поддадим. Маленькая непрогретая банька еще. Но комета делает свое дело. Вот. Так что всем ребятам, парильщикам, официальное приглашение в Ubud Hotstone. Hotstone Ubud. Приезжайте, будем рады общению. Обязательно попаримся в нашей баньке, пообщаемся. Есть идея проведения здесь банного фестиваля, баня-фест на Бали. Таких мероприятий еще не было, но я уверен, что они будут. Ближайшая перспектива застройки — это вот то поле, которое мы видим. Выйдем, посмотрим. Давай. Видим здесь. Здесь 80 ар. Это 80 соток, практически гектар. Вот в этой стороне здесь планируется застройка следующего комплекса СПА. Вот там внизу у нас протекает река. Вот такая вот громадная территория, она будет застраиваться домиками. Здесь будет около 40 юнитов. Мы планируем здесь размещать вот на всей территории около 200 человек единовременно. Вот эта вот территория как раз предназначена для следующего комплекса СПА. Планируем вот там внизу построить баню. Если боги этого острова будут благосклонны, а они, сука, будут благосклонны, мы там установим в этой печи, ну тут без вариантов. В этой баньке, да. В этой баньке поставим печь гурман. Я уже задал, короче, этот вопрос богам, и боги уже кивнули на это, что мы эту печь поставим. Так что... перспектива развития есть. Я думаю, что ближайший год нам принесет много плодов в виде освоения вот этой территории, в виде продвижения нашего клуба. А клуб действительно будет интересный. Я еще раз подчеркну, что это комплекс, который позволит, находясь здесь, проживать, получать какие-то полезную информацию в виде семинаров и каких-то обучений. Здесь же будет работать ресторан, здесь будет большой бассейн. Сейчас у нас есть пока в распоряжении один бассейн, здесь будет еще большой бассейн.
будет построен шатер где-то на 1000 квадратных метров, в котором мы планируем уже проводить встречи 150-200 человек и проводить разного рода фестивали, разного рода мероприятия. Плюс здесь же люди спокойно могут останавливаться, абсолютно безопасное место. Будет отдельная площадка вот в том углу предусмотрена для детей. И люди здесь найдут полный комплекс того, что можно себе пожелать, или я не знаю, для того, чтобы качественно пребывать на острове. Организуем всевозможные экскурсии по острову. Будем париться, веселиться, кушать, отдыхать, общаться, заводить новых друзей. И кайфовать. Чего тут на острове еще делать? Так точно, Андрей. Тут надо кайфовать каждый день, каждую минуту. Так что, ребят, всем привет. Всех ждем на острове Бали. Welcome.